Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам прочитать свое стихотворение, которое написал в 1987 году. Стихотворение называется «Ответ». Ну, а подзаголовок «Навсегда любимый». Высоко над потоком, среди мшистых ветвей, среди радужных роз и безмолвных туманов, в бесконечной цепи неизведанных дней, на пахучей хвое, на столетней сосне, навернулись две капли, как слезы во сне. Отражая весь мир и искрясь, и тускнея, усыхая от ветра и вновь наливаясь, вместе с древнюю ветвью над ущельем качаясь, прошептала одна, в другой отражаясь, и другую в себе отражая. Как мне страшно быть здесь! Ветер сосны качает, всякий раз он срывает сотни капель с ветвей. Страшно мне не поток и не море вдали. Я боюсь одного – разлучиться с тобой. Без тебя я сама не своя, да и ты сам не свой. И в потоке я хочу быть собой, я хочу быть с тобой. И помедлив, промолвила капля другая в ответ. Драгоценность моя, я не знаю секрет, есть ли капля в ручье или нет. Что такое поток и что океан? Но взгляни без смущения, от воды новых тысячи роз поднимает туман. И, быть может, с тобой, слившись с миром навек, и в потоке продлив свой стремительный бег, через тысячи лет воплотясь, мы отыщем ответ. И опять тишина, ветра шепот в хвое, запах влаги и смол, свежий запах ручья, и две капли воды, отражая весь свет, и друг в друга глядясь, силясь мыслить ответ, и на ветви прильнув, мнят свое, мнят судьбу, мнят свой путь в океан, длят свой век, мчат во времени бег, верят ветви своей, верят миру, что ветром влеком. Только ропот внизу, от потоков и рек, только тысячи струй устремляют свой бег в океан. Большое спасибо за ваше внимание. С вами был Николай Богатырев.